Поставьте плюсики. И если есть новые люди, поставьте, пожалуйста, единички. Угу. Хорошо, слышно, хорошо, отлично, потому что читаешь, что вроде бы без звука. Спасибо, спасибо. Если есть новые люди, поставьте, пожалуйста, единички, чтобы видеть. Спасибо. Угу. Отлично. Так, сейчас я поделюсь экраном и сразу буду показывать, объяснять. Сегодня будет очень интересный вебинар, потому что многие люди, которые присутствуют. Так, сейчас секундочку, пожалуйста, минутку. Минутку, минутку. Так, не беспокоить, поставили. Много узнаете, как сегодня есть уникальная возможность для каждого из партнеров, для каждого человека, который первый раз слышит эту информацию, получать два вида дохода с одного источника. Сегодня вы узнаете, как за короткий период можно зарабатывать деньги, которые необходимы каждому. Также вы сегодня узнаете, что помимо больших денег, существуют еще те деньги, которые же приносят вам доход каждый день. Сейчас я поделюсь экраном. Так, весь экран. Секундочку. Так. Угу. Так, я думаю, что видно. Смотрите, речь пойдет сегодня о проекте, который называется LX Life Company. Какова же идея создания этого проекта? Вот кто задумался? Какие интересуют вопросы людей? Итак, каждого человека интересуют одни и те же вопросы. Что за проект? Какова идея создания этого проекта? То есть, с целью чего был создан этот проект? Что в нем интересного? Когда я могу получать те деньги, которые мне необходимы? Когда я смогу не просто получать и получить ту сумму необходимую? Далее, что я для этого должен сделать, или должен, или должна? И только в конце задается вопросом, сколько вход? Ибо если каждый человек для себя увидит возможность, то он обязательно найдет ресурсы, именно ресурсы найдет для того, чтобы войти в эту систему и воспользоваться этой системой. Сегодня я покажу, как можно отличить долгосрочный проект от проектов, которые действительно краткосрочные. И очень много интересных моментов, которые сегодня затронем. Но основное, конечно же, каждый человек находится там, где для себя имеет возможность. Каждый человек ищет, прежде всего, какой именно вид дохода. Да, большие деньги, конечно, хорошо. Но человек состоит из тела. И каждому человеку нужны ежедневные деньги. Ибо каждый раз я говорю так. Любое здание строится из маленьких кирпичиков. А теперь давайте сейчас я покажу вам, что же, какова идея вообще создания этого проекта и как можно быстро за считанные недели получить для себя возможность. Проект создали с целью, чтобы все люди стали участниками бонусной программы. Кто же на Земле у нас участник бонусной программы? Без исключения все люди. Все, которые пользуются картами. Без исключения все люди, те, которые ходят в магазины. Например, когда вы входите в продуктовый магазин, на кассе у вас спрашивают, наклеечки вы собираете? Собрав определенное количество наклеек, вы имеете определенную скидку. Обычно в магазинах это бывает 20-30-50%. Далее, второй пример. Когда вы идете, например, в спортмастер, покупаете какой-то товар, вам на карту возвращается в виде бонуса. В виде бонуса. То есть в следующий раз, когда вы приобретаете опять товар, что происходит? Эти бонусы списываются. То же самое равносильно и деньгам. Далее. Помните раньше бухгалтерия, да? Собирали в классе людей, обучали бухгалтерии, потом отсылали на повышение квалификации. Теперь что сделали? Теперь создали программу 1С, который каждый человек самостоятельно может обучиться этой программе и далее идти уже по карьерной лестнице. А вот теперь смотрите, вот эту идею с Земли теперь перенесли в интернет-проект. То есть сделали, чтобы все люди являлись участниками бонусной программы
вне зависимости, как я говорю, от вероисповеданий, вне зависимости, занимался ли человек сетевой компанией или нет, то ли это медик, то ли это обычный, там, к примеру, домработница. Итак, если мы с вами участники бонусной программы, значит, у нас обязательно есть и товар, есть и услуга. И мы автоматически имеем также 20-30% на все товары, на все услуги. Но создатели, когда компания создавала этот проект, прекрасно понимали, что никогда человек не купит тот товар и не будет пользоваться той услугой, той, без чего он может обойтись. Поэтому в этом проекте сделали два вида дохода. Первый вид дохода – это ежедневный, второй вид дохода – это накопительный. И если мы участники бонусной программы, как я уже говорила, что есть и товары, и услуги, мы не будем с вами покупать за деньги, которые мы собираем и которые получаем ежедневно. Хотя это можно, пожалуйста, никто никому не запрещает покупать товар, услугу за деньги. Но зачем тратить деньги, когда есть компания каждому партнеру в накопительном виде дохода дает бонусы? Я открываю сейчас кабинет и показываю, что же это за бонусы и как они выглядят. Один из кабинетов в накопительной программе. Итак, бонусы здесь выглядят в виде звездочек. Каждая звезда равна 1000 рублей. Итак, на что же можно поменять эти бонусы? Здесь 18 турфиров. Пожалуйста. Есть такой очень интересный момент. Вот у нас все партнеры минимально имеют 2 кабинета в накопительной программе. Только смотрите, если ваши места в накопительной программе на ваше фамилия и имя, то вот эти бонусы суммируются. Поэтому я настоятельно рекомендую инвестировать, конечно, своих жен, детей, лучше поможете им материально. Если разные фамилии, то бонусы эти не суммируются. Итак, на что же можно менять эти бонусы? Можно менять на 18 турфин. Насобирав с этим бонусов, можно съездить в Китай. Крым 31 бонус. Таиланд 41 бонус. Далее. Автомобиль Lexus. Машина, конечно, достаточно дорогая, поэтому бонусы здесь собирать очень долго. Поэтому есть люди, которые вошли в этот проект с целью накопления денег. Это накопительная программа. Да? Для того, чтобы ввести себе автомобиль Lexus. Далее. Здесь айфоны, айпады. Если кого-то не устраивает та техника, которая, да, айфоны, айпады, планшеты, и человек говорит, ну, мне нужно что-то другое. Поэтому мы с вами живем в разных странах, в разных городах. Поэтому в вашем городе вы идете в магазин, техники, берете реквизиты по безналу и сбрасываете компании на электронную почту со своей электронной почты. Ну, я показываю один из примеров, пожалуйста, в моем профиле. Да? Вот именно конкретно с этой электронной почты. Сбрасываю на электронную почту компании обязательно с предоставлением скан паспорта, что я – это я. Далее, предоставляю также компании места, где у меня есть, или место, где есть вот эти бонусы в виде звездочек. Компания в моем городе по безналу оплачивает мне товар. Далее, и присылает мне электронную почту. Я распечатываю чек или чеки и отношу в магазин. Отдаю чек и забираю свой товар назад. То есть система работает таким образом. У нас уже в проекте очень много чатов. И что делают? Девочки записывают видеозапись, да, и непосредственно сбрасывают чат. То есть каждое движение, которое делается в этом проекте, сканируется и отправляется для того, чтобы люди могли убедиться в том, что система работает. Далее, на что меняются еще бонусы? Пожалуйста, недвижимость. Кому необходимо приобрести недвижимость в Таиланде? То же самое, можете за деньги, можете на бонусы. Далее, если вы стали участником бонусной программы и единожды заплатили 349 ИЛИКС, 1 ИЛИКС равен 1 рублю. Компания вам делает лендинг или сайт-страницу для удобства работы со всеми вашими одноклассниками, фейсбуками, контактами, со всеми вашими фотографиями.
Далее. Смотрите, вот в этом проекте, как я говорю, собраны ведущие правоведы со всей России. Это крупных городов и Санкт-Петербург, и Москва, Красноярск, Новосибирск и так далее. А правоведы здесь, знаете, как я говорю, вот есть юристы, а есть люди, которые ведают правом. Это древнейшее название. И здесь люди, причем имеют стаж не более 10-12 лет, предоставляют услуги каждому партнеру. Со скидкой уже 20%. Услуги стоят 30 тысяч рублей. Если для кого-то эта сумма кажется большая, поэтому у нас некоторые партнеры делают так. Складываются разными, определенными равными частями, да, денег и отсылают одному доверительному человеку. Допустим, 5, там 4, 5 человек вложилось, отослали деньги. То же самое партнер заказывает этот пакет и делит между всеми участниками. Действительно, человек начинает поэтапно здесь уже действовать, и тогда банки начинают бояться как огня и навсегда удаляют из банки, из базы должников. Это очень важно, потому что на самом деле действительно, знаете, многие вещи некоторым людям просто невыгодны для того, чтобы у нас, да, люди были и финансово грамотные, и юридически грамотные. Поэтому вот такая возможность есть для каждого человека, который стал участником бонусной программы. Вы знаете, вот сейчас у нас есть один чат и по ЖКХ, и есть чат для правоведов. Так вот только по ЖКХ, когда люди решают какие-то определенные задачи, там уже более чем 579 человек. В другом чате уже чуть больше, чем 330 человек. Даже те вещи, когда вы знаете, что судебные приставы приходят, да, и что-то там люди многие лишались квартиры, то здесь уже несколько десятков человек, которые попробовали, купили пакет, да, выиграли свои дела. Потому что знаете из-за чего? Вот каждый человек, который попал в эту кабалу и который взял деньги в банке по каким-то причинам, причин бывает разных, не смог выплачивать дальше. Так вот, если вы взяли деньги в банке, то Центробанк за каждого клиента, взявшего в этом банке деньги, платит сразу по 1 000 000 рублей. То есть вы ничего не должны банкам. Далее. Здесь уникальный, вот сейчас видите, просто стоит такая заставочка. Альфа, такой новый продукт, зарегистрировали его как БАТ, называется Альфа-Нектар. На сегодняшний день я действительно могу сказать так, что аналогов пока этому препарату нет. Можете сказать так, каждый кулич хвалит свое болото. А как же очищение? А как же там еще для БАБы, для поднятия иммунитета? Смотрите, я сейчас вам объясню. Этот продукт, вот человеческое тело, здесь не нужно быть врачом. Вот пока только заставка. Сейчас непосредственно создатели этого проекта, то есть компания, готовит здесь третий вид дохода для людей, которые даже не являются сетевиками, для тех людей, которые обращают внимание на свое здоровье. И здесь будет линейная выплата до 8 уровня в глубину по 5% с каждой закупки. То есть у каждого есть возможность не просто оздоровиться, исцелиться, но еще из-за этого то, что вы будете здоровее, молодее, да, кому-то рекомендуя, за это вы еще будете получать деньги. Деньги здесь очень хорошие. Вот только просчитали, что у каждого минимально по третьему виду дохода, который сейчас дописывают, да, маркетологами, будет где-то от 50 до 155, до 175 тысяч ежемесячно. Ежемесячно. Так что же это за продукт? Я бы хотела минутку на нем остановиться. Вот человеческое тело состоит из более 60 триллионов клеток. На самом деле не нужно будет чистить организм, если иммунитет каждой клеточки будет до категории нормы. То есть, вот смотрите, любая болезнь, это, как говорят, я всегда говорю, это разрыв вот этих нейронных связей между мозгом и каждым органом. Здесь полностью восстанавливаются нейронные связи. Полностью восстанавливается нервная система, то есть волоски, они очень тонкие. Здесь иммунитет поднимается на 100% каждой клеточки. Сотни тысяч клинических испытаний
где многие люди уже прошли. Я могу сказать такую вещь, что Казахстан выделил 1 200 000 000 тенге для оздоровления нации. Пожалуйста, агент, да, Казахстана. Далее. Ведущие онкологи, которые работают с этим препаратом. Результаты таковы. Туберкулез в открытой форме. Болезнь, почечная болезнь. Это не просто та болезнь, где почки заболели, таблеточку выпил, оно прошло. Онкология. Это те результаты, которые есть реально заверенные бумаги. Далее. Гепатит С, цирроз печени. Я бы сказала еще такой остеопороз, который считается официально неизлечимой болезнью. Все, что связано с давлением и все, что связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями, это просто как-то семечко уходит в течение месяца. Уходит в течение месяца. Есть сотни клинических испытаний. Более того, могу сказать, что уже наши партнеры, то есть являемся мы участниками бонусной программы, которые заказали альфа-препарат уже для себя. Для себя. Пожалуйста, здесь дописывается схема. Действительно, на сегодняшний день аналогов нет. Потому что, говорю, если у человека хороший иммунитет, если у человека иммунитет, поднимается иммунитет каждой клеточки, то всякие чибрики, всякие новообразования выходят и уходят естественным путем. Естественным путем. То есть организм становится до категории нормы. Система деятельности на сегодняшний день очень уникальна. Далее. Рынок товара и услуг будет постоянно расширяться. Непосредственно компания с каждой разработкой идет очень тщательный отбор. И когда здесь уже появляется какой-то товар, то значит компания подписывает как минимум с этим разработчиком-производителем как минимум на 3 года договор. Вот сам проект по всему миру запущен был 1 января 2016 года. По всему миру. Теперь, заключив договор еще вот с этим препаратом, проект продлили, пока мы с вами будем, говорю по факту, работать до 2023 года. До 2023 года. И сейчас приоткрываю такую завесу. Сейчас юристы над этим работают, что где-то через 2,5 месяца-полгода, да, что проект сам, именно проект, будут переносить на российский рынок. Это такая сложная, как бы не однодневная работа. Представляете, не останавливая ни на минуту саму систему работы этого проекта, делается внутренняя работа. Организовала проект компания, которая официально зарегистрирована в январе 2012 году и называется OnMark Limited Ltd. Зарегистрирована компания в офшорной зоне. Понятно, по каким причинам. Понятно, по каким причинам. Во-первых, здесь есть и правоведы, как мы называем юристы. Здесь уникальная есть возможность оздоровления на сегодняшний день, как я говорю, медициной официально заверено. То есть понимаете, с какой цели? Я всегда говорю, определенным структурам никогда не выгодно, чтобы люди были и богатыми, а если вы становитесь богатыми, то есть категория нормы, значит, что у вас улучшается качество жизни. Вы обращаете внимание на свое качество жизни, а тем самым становитесь как положительные микробы, заряжая все пространство вокруг себя, в хорошем смысле. Итак, это понятно, да? Смотрите, вот есть такой закон в Российской Федерации от 19 апреля 2012 года, не мною придуманного. Любой товар, который вы приобретаете за бонусы, налогом не облагаются. Можете посмотреть в интернете. Итак, смотрите. Вот понятно, да, что проект есть, есть и товар, есть и услуга. То есть у каждого есть выбор. То ли покупать за деньги, зачем их тратить, я всегда говорю, можно товар любой обменять на бонусы. Далее. Что мне нравится в этом проекте? В этом проекте идет 100% прозрачность. Вот я сейчас демонстрация экрана есть, я вам показываю. Вот сегодня 16 число. Можно посмотреть до бесконечности от вас и ниже. Да, постоянно вы будете каждого человека видеть, который вошел в этот проект. Я вот сейчас нажимаю. Я могу посмотреть, с какой структуры, то есть это структура, да, которая от ваших клиников и ниже, на каком уровне
по отношению к этому человеку, то есть в какой глубине я нахожусь. Вот я сразу вижу, чья это структура. Далее давайте посмотрим еще раз. Угу. Здесь тоже можно посмотреть. Угу. Вот отличника идут его люди. Тоже по отношению к этому человеку, который вошел до 16 числа, я нахожусь на 5 уровне. Посмотрите, со всеми контактами, электронными почтами, кто-то оставляет свои скайпы. Что мне нравится, это действительно идет стопроцентная, здесь полностью стопроцентная прозрачность идет. Далее, я вам сейчас скажу, какие существуют проблемы. Так, немножечко тормозит интернет сегодня. Это вот еще один из кабинетов, который вот, пожалуйста, накопительной программе. Смотрите, проблема номер один. Все кругом обещают большие деньги. Но те люди, которые разрабатывали проекты, забыли об одном. Как я еще раз повторюсь, что человек состоит из клеток, из тела. Что если есть у нас тело, значит его нужно и кормить. И это тело нужно содержать. Поэтому ежедневные деньги необходимо иметь каждому человеку на здесь, на сейчас, на хлеб, на молоко. Вы согласны со мной этим? Конечно, безусловно. Поэтому смотрите, как можно отличить проект, который долгой, долгосрочный проект, который будет работать очень много лет. В этом проекте все управляется вручную. Автоматики абсолютно никакой нет. То есть здесь нет админов, автоматических реинвестов, переливов и обгонов. Здесь деньги выводятся, я покажу вам, любую платежную систему, на ту систему, которую удобны конкретно для вас. Итак, автоматики 0. Запомните, пожалуйста. Вот если есть автоматическая система, админы, переливы, автоматические реинвесты, обгоны, и ваши деньги выводятся на одну платежную систему, это люди, это проекты, которые временны. Там всегда есть автоматика, и там всегда нужно сделать очень много движений, очень много движений. У человека порой даже не хватает ни нервов. Как я привожу пример, чтобы заработать 2 миллиона рублей, нужно в течение 4 лет каждый месяц откладывать по 40 тысяч рублей. Скажите, пожалуйста, у кого есть такая возможность? Если она даже и есть, то не хватит на это терпения. Итак, как же в этом проекте выводятся деньги? Как и в каждом проекте, деньги выводятся взаимозачетом. Вот, например, я вывожу на партнера, да, здесь поставим 50 рублей, отправляю. Очень важный такой момент. Здесь идет, когда человек что активирует свои места, идет и вновь вошедший человек. Вот в этом проекте идет стопроцентное распределение денежных между людьми. Стопроцентное. Если идет стопроцентное распределение между людьми, никогда не может быть автоматики. Даже если человек, предположим, кто-то, знает ваш логин и пароль от вашего кабинета, он никогда не сможет никакие операции сделать в вашем кабинете. Почему? Потому что каждый раз, когда я делаю операцию, связанную с финансами, с перестановками, с продвижением системы, приходят одноразовые коды в виде 4 цифрок на вашу электронную почту. То есть электронная почта полностью привязана к вашему кабинету. Одна электронная почта может работать для 20 логинов, то есть для 20 мест. Далее. Как же можно, смотрите, официально выводить деньги? Потому что взаимозачетом, я понимаю, можно и 100, и 200 тысяч за день, и 300 тысяч за день вывести. Но когда деньги уже более серьезные, никогда в жизни взаимозачетом деньги не выведешь. И как? Как можно вывести деньги? Первое. Это на биткоин кошелек, пожалуйста. Это на киви, на Яндекс деньги, перфект евро, доллары. На карту AdvantCash, карта имена, и никогда никто не спросит происхождение ваших денег. Стоит она $4.99 или примерно 325 рублей. Именная приходит в течение трех недель, да, с доставкой на дом. Далее, на Альфа-банк, Сбербанк, Тинькофф-банк. Смотрите, что же имеет компания официально за вывод? Она имеет официально только лишь 5%. Все.
Далее, если у кого-то есть на данный момент небольшая проблема перед банками, и ваши карты по какой-то причине заблокированы, значит, вы деньги можете выводить на любого доверительного вам человека. То есть полностью списывать их реквизиты. Я сама выводила деньги небольшими суммами по 8 тысяч в день. Минус 5%, то есть минус 8 400 рублей. Выводила на себя, на сестру и на маму. Деньги приходят в течение где-то от полутора часов до, в зависимости от суммы, дня. Утром поставили на выплату, к вечеру до 18:00 ваши деньги уже приходят на вашу карту. То есть туда, куда вы указали полностью адрес. Вот смотрите, здесь такой момент. Вот в принципе, как человек может сам пополнить, то есть вывод это понятно, да, на любую платежную систему, которая удобна конкретно для вас. Вот пополнение счета здесь официально можно и самостоятельно пополнить так. Через Perfect, через AdvanCash, через Bitcoin, и там несколько еще таких вот электронных платежных систем. Но есть в компании доверительные люди, где компания подотчетность этим людям дает электронные деньги. Понимаете, официально нельзя было здесь ставить те реквизиты, которые стоят и на выводе. Нельзя. Мы не нарушаем законов Российской Федерации. Поэтому вы не переживайте. Если вам удобно пополнить на ту систему, которая стоит и на выводе, мы даем вам реквизиты. Когда человек что пополняет, да, то есть официально вписывать нельзя было. То есть вывод можете на любые, а ввод можно только то, что соответствует законодательству Российской Федерации. Поэтому мы даем вам реквизиты, вы проплачиваете, и у вас на балансе происходит пополнение счета. Далее, здесь можно посмотреть все движение счетов, полностью все движение счетов. Вот сегодня 16-е, да? Это как раз вот здесь я немножко переводила из ежедневного вида дохода. Пожалуйста, сегодня. Далее, каждый человек, здесь вот мониторинг, может не просто посмотреть, да, количество людей, то есть в зависимости, кто зарегистрирован под этим местом, но и посмотреть всю иерархию, всю цепочку, у кого какая структура. То есть вся система смотрится до бесконечности от вас и ниже. Вышестоящих спонсоров вы здесь видеть не сможете. Далее, выхожу с кабинета, угу, и показываю сейчас сам маркетинг. Некоторые моменты, как правильно дать информацию по поводу этого проекта, какая есть возможность, я вам чуть-чуть позже это затрону. А сейчас о деньгах с целью той, почему вы сегодня собрались. Почему мы сегодня все вместе. Итак. Как я вам изначально сказала, третий вид дописывается, то есть будет та программа, в которой будут участвовать не только сетевики, но и люди, которые официально работают. То есть и те, и преподаватели, и учителя, и врачи, абсолютно все. Потому что нет ни одного, к сожалению, на данный момент здорового 100% человека. Нет. Поэтому смотрите, вот что касается темы денег. Теперь кто-нибудь из вас задумывался, вот все, что сейчас в интернете есть, это только накопительная система. То есть неважно, куда ты вошел, неважно, какую сумму ты внес в проект, нужно сделать очень много движений, очень много, для того, чтобы что? Получить какую-то энную сумму денег. Действительно, у человека не хватает терпения. Так вот, компания в этом проекте разработала, я вам покажу, что такое здесь вечный двигатель. Это, как знаете, другая, бывает на Земле другая метафизика. Вот то же самое здесь запустили вечный двигатель. Я вот первый вид дохода называю доход-трансформер, который подходит под любую систему. Здесь никого не терминируют абсолютно. Здесь каждый человек может находиться в своей компании вне зависимости. Кто-то работает в инвестиционных, кто-то работает в биткоинах, кто-то работает в товарной компании. Пожалуйста. То есть есть великолепная возможность на сегодняшний день получать ежедневные деньги. Ежедневные. Как можно вообще в этот войти? Можно войти одновременно и в ежедневный вид дохода, и в накопительный вид дохода. Одновременно.
В накопительный вид дохода, я вам сейчас покажу математические расчеты, можно заходить на любом этапе. Можно войти на 2000, можно войти на 5, на 15, на 40, на 50 тысяч и так далее. В зависимости от ваших возможностей. Я сегодня вам покажу три варианта входа. И сегодня тему, когда я сбрасывала информацию, да, затронули такую. Как можно с 2000 рублей и на что нужно уделить внимание, получить 1 900 000 рублей за 28 дней, за 56 дней и так далее. И на чем нужно сделать акцент, что для этого нужно сделать. Поэтому я всегда говорю, проблема номер один. В основном большая часть людей идут на мотивациях, идут на эмоциях. Вопросы все без исключения задают одни и те же. Где брать людей, у людей нет людей и так далее. Итак, первый вид дохода в этом проекте, программа называется ежедневная и программа называется Free Life. В переводе с английского это свободная жизнь. Место здесь стоит 1000 рублей. Глубокая реферальная система до 27 уровня в глубину. То есть вы будете постоянно получать на ваши кабинеты деньги, причем это каждодневные деньги, до 27 уровня в глубину. Я вам сейчас покажу расчеты и постараюсь объяснить. Не пугайтесь, пожалуйста, много цифр. Не пугайтесь, потому что есть у нас такие партнеры или люди, которые говорят, дайте, пожалуйста, вашу реферальную ссылочку, я посмотрю, что это за проект, и тогда я подумаю. Смотрите, любой проект, который долгосрочный, любой проект, который просчитывается математически, как я называю интеллектуальный проект, всегда нужно разговаривать голосом. Ну вот что может нормальный человек войти, да, как я говорю, нормальной категории, нормальный, то ли ненормальный человек, который вошел, но посмотрел вот такую зеленую страничку. Посмотрел, да, кабинеты здесь регистрируются бесплатно, на главную страницу, на маркетинг. Что он может понять здесь в маркетинге? Большая часть людей, не секрет, постоянно теряли деньги. Постоянно теряли деньги. И вообще людей достало. Приглашение, постоянно вкладывание, кругом идет неверие и так далее. Поэтому вот все, что вы сейчас видите, я вам буду сейчас показывать математику. То есть вот эта система можно перенести на язык математики и определить скорость по времени. Итак, я показываю сейчас. Так. Итак, смотрите, первый вид дохода ежедневный, линейный. Здесь линейная выплата до 27 уровня в глубину. Не секрет, и все мы прекрасно понимаем, чем глубже, тем больше количество людей. Смотрите, вот то, что я вам буду сейчас рассказывать, показывать, минуточку терпения, и обосную каждое свое слово. Что нужно сделать каждому, повторяю, каждому человеку один раз в жизни? Ему нужно пройти одну семиместную матричку, или как называют его цикл. Ой, да мы на этих матрицах теряли деньги, да больше видеть не хочу, да лучше я потеряю на инвестициях, где угодно. Смотрите, я с вами полностью согласна. В матрицах не все получали деньги по причине одной. Там везде была автоматическая система. Там всегда были обгоны, переливы и автоматические реинвесты. Всегда. То есть всегда был админ. И их была не одна матричка, а было там неважно, 3 трехместки, 1 15, там 2 15-местные, там несколько семиместок. То есть их было несколько, но не одна. И всегда была автоматическая система. Вот чтобы меня правильно понимали, что такое автоматический реинвест? Это вы сделали какое-то определенное движение, так? Обязательно автоматика. И никогда не бывает при автоматике, наоборот, несколько матриц, несколько систем, несколько площадок, как угодно можно назвать. Но она не одна, ни одна площадка, ни одна матрица. При одной не может быть автоматических реинвестов. Итак, задача каждого человека один раз в жизни пройти одну семиместную матрицу. Пройдя ее, вас больше в системе никогда не будет. Но за вами пожизненно останутся места, те места, на которые вы вошли. И на эти места вы будете постоянно, ежедневно получать деньги.
Вот почему я называю эту тему «Первый вид дохода» – это тот трансформер. Вы обратите внимание, каждый человек что делает? Почему бегает из системы в систему? Да, пожалуйста, кругом накопительная система. Здесь есть, что делает? Ищет везде только лишь, чтобы можно было заработать здесь и сейчас на хлеб, на молоко. Правильно? Правильно. У вас у всех такой шанс. Я вам покажу, сколько нужно мест здесь иметь, с какими местами, вернее, с какой суммой сюда войти один раз в жизни, чтобы больше никогда с кармана не доставать деньги. Итак, для того, чтобы пройти один семимесячный цикл, для этого нужно 6 человек командных людей. Я повторяюсь, командных, это не личников. И покажу вам самый обычный типовой пример, если каждый пригласит по 2. Я это слово не очень люблю, потому что, знаете, у меня такая ассоциация, если приглашают лишь только в кинотеатры, да, в рестораны, в кафе. Если ты кого-то пригласил, за каждого нужно платить. Здесь приглашать не нужно людей, у которых есть люди. Здесь не нужно приглашать людей, у кого есть структуры. Сюда люди идут все неверующие, как я смеюсь, все обездоленные. Знаете почему? Да потому что любое неверие – это незнание какой-либо нибудь информации. 2 плюс 2 будет 4. Итак, сейчас обосную. Перед вами 3 колонки. Первая колонка, обратите внимание, вот просто здесь перепечатано, ничего не видоизменено. Так, вот за каждого человека. Вторая колоночка, здесь приведен пример и показано количество людей. То есть, если у вас в этом виде дохода в ежедневном будет один кабинет, или же место, которое стоит 1000 рублей, и физически всего лишь 2 человека, которые тоже так и вы имеете по одному месту, по одному личному кабинету, то есть 1000 рублей. На 12 уровне вы получите 810 380 рублей. Это не те деньги, за которые стоит работать. Третья колонка по стратегии той, что мы сейчас сработаем. Если у вас будет 4 кабинета, то есть единожды вложенных один раз это 4000 рублей. И также приглашено 2 личника, которые тоже, повторили вас, взяли по 4 места. То есть в этом виде дохода считается не количество людей, вот оно. А вы знаете, чем глубже, тем больше вот это вот огромное солнце, оно разрастается. Но поймите, новшество заключается в том, мало того, что нет здесь автоматики, вас никогда здесь никто не обгонит. Новшество заключается здесь в том, что здесь выгодно работать со всей глубиной, вот 100%. И от того выгодно, чтобы ваша глубина в несколько сот раз получала больше, чем, представляете, все наоборот. Все наоборот. Итак, мы работаем по системе третьей колонки. 2 человека, 2 умножить на 4, давайте их назовем Оля и Коля. Сколько получается? 8. Это чтобы ни у кого не возникала в голове такая мысль, а в чем же тут подвох? Все гениальное, все просто. Я всегда говорю, большие деньги зарабатываются только головой и только интеллектуально. Итак, помните, я изначально сказала, что задача каждого – пройти одну семиместную матрицу. Больше вас в системе не будет, но на ваши места, которые взяли 4 места, всегда будет начисляться деньги за любого человека в глубине от вас и ниже, за любого, кто пройдет одну семиместную матричку. Ой, да это же надо приглашать. Да это, еще раз говорю, здесь не приглашают. Найдите, пожалуйста, несколько человек в этом мире, которые так же, как и вы, хотят получать 2, 3, 5, 10, 15 тысяч в день. У нас достаточно много партнеров, которые получают именно такие деньги. Именно такие деньги. Смотрите, вот вы с 4 тысяч единожды вложены. Когда прошли матричку, получили единоразово 8310 рублей. Ваши 2 личника тоже сделали это. Такое же одно движение. Прошли один семиместный цикл. То есть 2 личника – это 8 мест, да? Как только они получили на свой счет 8310 рублей, вам за 2 личников на ваши 4 кабинета начислилось 400 рублей. Как это я узнала? 8 умножить на 50
получится 400. Далее, ваши люди, что? Пригласили еще двоих людей. 4 человека стало это второй уровень, которые взяли тоже по 4 места. 4 на 4 это будет 16. 16 тоже прошли одну семиместную матричку. 16 умножить на 50, вам со второго уровня еще 800 рублей начислилось. И так далее. То есть, еще раз запомните, что здесь считается количество мест. Это не пустышки, сейчас покажу вам. Тогда на 12 уровне вы получите сумму чуть больше 3 миллионов. А вот на 15 уровне, уже в глубине, 15 всего лишь уровень, тогда сумма получается там чуть больше, чем 31 миллион. Да, вы скажете, ну хорошо, это если бы все люди работали. А теперь задумайтесь. Вот одни и те же вопросы задают все люди. Одни и те же вопросы. Я отвечу вам. Маленькое, для того, чтобы что-то в жизни поиметь, нужно сделать хоть какое-то маленькое-маленькое движение. Маленькое. Чтобы ты прошел матричку и помочь своим людям. Помочь своим лично приглашенным людям. Теперь смотрите, как вообще происходит. То есть выплаты-то линейные. Вот ваше первое место, только первое место. Вы регистрируете под человека, который вас пригласил в Итрай. Второе свое место вы регистрируете под первое. То есть спонсор вашего второго места кабинета является первое ваше. Далее под второе вы регистрируете третье. Как четыре места? Что такое? Почему? Знаете, деньги получаются за счет того, что места все привязаны. Человек прошел, выполнил маленькое условие, его в системе нет. Но так как кабинеты привязаны, за счет этого очень выгодно работать в глубину, за счет этого, что люди получают постоянные деньги. И четвертое по третье. И вот только под последнее место, только под последнее, вы подписываете два своих личника. Ребята подписываются первым кабинетом и под вас, а дальше так же, как и вы. То есть при двух личниках у вас получается 8 уровней. Вот эта система, если так ставить, вот таким образом, это 100% беспроигрышная система. Теперь далее смотрим. Есть у нас, и я сейчас на нем остановлюсь, программа накопительная. По условиям проекта, помните, как я изначально сказала, что можно одновременно войти и на 4 места в ежедневную, то есть 4000 рублей, и одновременно войти в накопительную программу. Это получается накопительные 2000, то есть 4 и 4 это будет 8000 рублей. Если у человека нет такой возможности, тогда есть второй вариант. Второй вариант таков, что можно войти через ежедневную программу на 4 места. И третий вариант, можно войти с накопительной программы. Вот сейчас я, когда покажу накопительную программу, я покажу такой момент, как можно за 28-96 дней, 56 дней, извините, получить 1 миллион 900 тысяч рублей. Покажу. Здесь нужно учитывать и знать, как работает всего лишь одна матричка. И вот всегда в накопительных программах, как бы это ни было, никогда нельзя глобально охватывать. Да, мы, конечно, запустили мысль, мы мечтаем о квартире, кто-то мечтает, чтобы рассчитаться с долгами, кто-то на приобретение машины. У каждого задачи свои. Но если человек сконцентрирует то, что я вам сейчас говорю, и сделает то, что я вам сейчас порекомендую, можно получить за считанные дни. За считанные дни можно получить большую сумму денег. Ну, первый вид дохода, вы поняли, здесь получают каждый день. По условиям проекта, первое место в накопительной программе всегда идет до конца. То есть называется будет в реинвесте, где ставится вручную реинвест, автоматики, повторюсь, здесь нет. Как выглядит система и что же она такая? Вот смотрите, накопительная программа, здесь не делящийся маркетинг. Никто никого здесь не удерживает, никто никого здесь не задерживает, и никто здесь никого не обгоняет. И если где-то в глубине люди будут лучше, быстрее зарабатывать вас денег, они вас все равно не обгонят. То есть человек стоит между системами и немножечко ждет. Он также продолжает работать со своими людьми, со своей глубиной, пожалуйста.
У нас школы, я всем говорю, у нас школы, уважаемые дамы, господа, партнеры, школы проходят каждый божий день. Расписание каждый день сбрасывается. Вебинары проходят тоже как минимум два раза в день. Ну, в последнее время всегда проводим по три, даже бывает и по четыре раза в день вебинары. Поэтому было бы желание, а система так и так работает. Вот смотрите, первое место идет до конца. А вот у нас в основном партнеры имеют от двух мест. От двух мест. Я показываю пример сейчас на одном месте, с одного места. Так будет проще считать. Итак, в накопительной программе, понятно, первое место идет до конца, каждый себя видит сверху. Вот вы стоите, ваши два личника то ли отдельно вошли, то ли перешли через ежедневную программу. Вот для того, чтобы с 2000 получить 6000 рублей, нужно 6 человек, командных людей. То есть вы два и ваши люди по два. Сейчас я покажу, как нужно сконцентрироваться, чтобы за считанные дни получать большую сумму денег. Далее, вы получили 6 тысяч, 5 тысяч вы отправили во второй цикл, так, тысячу забрали себе. Далее, чтобы его пройти, вот видите, красненьким, да, с 5 тысяч получить 17 тысяч рублей, опять нужно сколько? 6 человек, одни и те же люди, которые за вами что переходят, вручную все ставится. Далее, чтобы переводят, с 5 получили 17, 2 тысячи забирают, а 15 тысяч переводят в третий цикл. Пожалуйста, не запоминайте, а просто сейчас посчитайте. Вот эти распечатки, эти расчеты есть у каждого партнера. Вышестоящие ваши спонсоры, они вам всю информацию дадут и более того сбросят. Итак, с 15 вы получили 53, пройдя третью. 13 тысяч забираете себе, а 40 тысяч... Вот сюда переходит в сильвер или трехместку. А теперь смотрите, в чем уникально. Сейчас я скажу, как нужно концентрироваться, чтобы за считанные дни пройти систему полностью. Потому что да, все говорят одно, но вы понимаете, единицы людей, вы же не будете за каких-то 2 миллиона работать здесь, там, я не знаю, 2-3 года. Не будет. Всем же нужно здесь и сейчас, и очень быстро, даже если это накопительная система, даже если вы получаете и будете получать ежедневный вид дохода. Так вот, для того, чтобы пройти. Вот смотрите, с одним местом здесь сложнее. Люди, как минимум, партнеры, имеют по два места. Так вот, если вы здесь будете иметь каждый только по два места, вот слушайте внимательно, только по два места, и только по два лично приглашенных человека, по два приглашенных, то это нужно всего лишь здесь, чтобы пройти первый, второй и третий цикл, 63 человека, то есть это командных людей, это капля в море. И вот от матрички три цикла в накопительной системе, дальше слушайте, пожалуйста, можно пройти за 9 дней, от 9 дней, дальше, так, 6, это получается 6. То есть, сейчас я вам покажу, от 9 дней можно пройти и 3, да, 1, 2, 3. Это самое, вот чтобы получить за 28 дней, за 28 дней с 2000, 1 900 000, тогда нужно в одном цикле стоять не более 3 дней вам и двум вашим личникам. То есть, смотрите, что получается. На самом деле система очень проста. Очень проста. И умножить на 3, это получается 9 дней. На трехместку мы берем 2 дня. Здесь на трехместку тоже берем 2 дня. Остальные матрички, это максимально, вернее, это минимально или максимально возьмем, да, чтобы за 28 дней получить 3 дня. И покажу, как нужно концентрироваться. Смотрите, вот предположим, человек вошел двумя местами в накопительную программу. Еще раз, чтобы поняли меня, здесь я показываю расчет только вот, чтобы проще было считать, с одного места. На самом деле люди берут вот так зеркально два, по два места. Вот два моих личника, вот допустим, один у меня личник вот так становится, двумя местами, если по два места брать.
И здесь у него один человек, и здесь другой человек. Теперь следующий момент. То есть в одном цикле стоять не более 3 дней. Всего лишь 6 человек. Это вообще ничего. Далее, вы перешли во второй цикл. Пожалуйста, помогите вашим личникам. То есть помогите им просчитать, покажите им возможность. И покажите возможность каждому человеку, не обязательно партнеру, человеку, как можно за считанные дни получить те деньги, которые вам необходимы. Вот, допустим, я с 5 моих личников, мы прошли 1, 2, 3 цикл за 12 дней. У меня и у 5 личников за 12 дней на счету были деньги. Итак, дальше давайте продолжим. Сейчас я расскажу. С 3-й, вот с Сильвера, или с 3-миски, с 40 тысяч вы получаете, вот встали, и всего лишь, я сейчас скажу другой вариант, 2 ваших личника встало, вы тут же получили 80 тысяч. 30 тысяч забрали себе, 50 тысяч 4-й перегнали. С 50 тысяч 4-й матрички, когда вы проходите, получаете 180, 30 тысяч забираете, 150 тысяч переводите в 5-й цикл. Обратите внимание, здесь у нас идет с личников 3000, со 2 уровня по 5000. Далее, со 150 получаете 560, 210 тысяч забираете себе, 350 тысяч переводите в 3-миску. Здесь уже, видите, 210 забираете себе, за личников уже по 8 тысяч рублей. С 3-миски, когда вы ее проходите с 2 личниками, вы опять 200 тысяч забираете себе, из 350 получаете 700. То есть пока у вас первое место идет до конца, первое место до конца, вы в карман себе, когда переходя из цикла в цикл, получите 446 тысяч. Здесь есть реферальные до 5 уровня. Заберете себе 72-140. И вам место первое принесет, да, 1 900 000, 500 тысяч ставите в реинвест, а 1 400 000 забираете себе. То есть с одного места первого вы получите 1 934 140 рублей. Если второе место довести до конца, это получается более 4 миллионов рублей. Теперь обратите внимание, в чем же преимущество ноу-хау и почему система никогда не встанет. Первое. В первом виде дохода одна матрица. У меня 29 личников. Пока 29. Представьте себе, когда я прошла систему, меня в системе больше нет. Что я делаю? Я своих личников регистрирую под себя, но в помощь ставлю под любого человека, под которого я посчитаю нужным. Теперь, если вариант, люди выбрали, в любом случае, хоть так, хоть так, люди все идут через ежедневный вид дохода в накопительный, или же неважно, они вошли в накопительный, в накопительном системе, в накопительной системе, на одно место дается подарочных 8 кабинетов. То есть в каждом кабинете дают по 1000 рублей. Вот прошли первый цикл, вот один аккаунт. Прошли второй цикл, еще один аккаунт. Прошли третий, 2. То есть 8 кабинетов. И если у человека изначально 4 места, плюс каждый раз, что вы делаете сами под себя, получили подарочное место, номер 5 зарегистрировали. Под 4-е. Получили опять подарочное место. Номер 6 зарегистрировали под 5 и так далее. То есть у каждого человека минимально в этом виде дохода будет 12 кабинетов. Вы скажете, а что нужно под каждого человека подписывать? Нет, конечно, ну что вы. Достаточно только под 12-е место подписать одного человека. Подпишите какую-нибудь Марию Петровну или Петра Васильевича. И поможет. То есть почему я говорю, очень выгодно со структурой. Я никогда не спрашиваю, с какой человек глубины. Никогда. Я просто спрашиваю, с какой ты структуры. И вот тогда, когда ваша Марья Петровна идет, один человек, тогда на все ваши 12 кабинетов начислятся деньги. Ну, обычно у нас несколько человек десятками закрываются, это в день. Поэтому каждый раз деньги, что начисляются ежедневные. То есть что изобретено? С ежедневного вида дохода идут в накопителю, накопительные программы идут подарочными местами в ежедневную. И хотела бы, знаете, остановиться на таком моменте. Как я сказала, в накопительной программе можно на любом этапе войти. На любом. Вот у нас очень много партнеров, которые сразу входят в 3-миску в Сильвер. А вы знаете, чтобы получить 150 тысяч рублей от 3 до 5 дней,
от 3 до 5 дней. Нужно один раз войти вот сюда. Здесь, правда, не с 40 тысяч, а нужно с 50 тысяч. Что при этом вы имеете? И как правильно сюда пригласить людей? Вот скажите, пожалуйста, вы все хотите за 3-5 дней получить чистыми 150 тысяч рублей? Дать все деньги, я, конечно, не любитель занимать, но я каждый раз говорю, если есть такая возможность, человек, знаете, что он боится? На самом деле, каждого человека интересует, а, конечно, хочу, от 3 до 5 дней заработать такую сумму, но насколько по времени я могу занять эту сумму денег? Я всегда говорю, берите на неделю. Берите на неделю. Вот для того, чтобы вам с этим местом пройти сразу, оказаться в 5-м цикле, это можно сделать за 3-5 дней, и чтобы иметь 150 тысяч рублей, нужно всего лишь 14 человек командных людей. 14 человек командных людей. Для того, чтобы пойти сюда, здесь делается так, с этих денег вы получаете два места. Первое место, понятно, у нас идет до конца, а второе место, оно постоянно вот здесь крутится, здесь в сильвере. Я вам покажу на собственном примере, как за 6 дней я здесь получила 240 тысяч рублей. Пожалуйста. Так. Я это здесь пока не работаю в Сильвере, то есть уже все, потому что нужно помочь людям, помочь своим личникам. Команда у нас дружная. Вот то, что я поставила, это место, которое, да, изначально я его отдельно регистрировала, но у меня стоит в четвертой матричке. Теперь давайте посмотрим по факту. Вот смотрите, история операции. Вот это место у меня, то есть она уже находится 87 дней. То есть не за 87 дней я заработала, а всего находится 87 дней. И где можно посмотреть? По истории операции. Обратите внимание. 23 марта я вошла в трехместку. И 23 марта я тут же получила 80 тысяч рублей. Есть у меня один кабинет, где я со всех кабинетов в него собираю деньги, как бы в единый кошелек. Дальше, 24 числа я опять вступила на следующий день. 25 числа я получила 80 тысяч рублей. Далее, 26 вступления в цикл я опять пошла. И 29 я получила 80 тысяч рублей. То есть с периода. С 29 по 23 число, да, 29 минус 23, это получается 6 дней, у меня было 240 тысяч. Ну хорошо, отнять 40 тысяч, которые я положила своих денег, собственного кармана. За 6 дней чистые 200 тысяч рублей. Любую сумму, абсолютно любую, можно просчитать. У нас есть партнеры, которые, я сейчас не буду называть их фамилии, очень много чатов, где девочки делают свои скрины и сбрасывают. И которые за 21 день получили 660 тысяч, кто-то 350 тысяч, кто-то за полтора месяца получил 800 тысяч. Вот таким способом. Я всем говорю, большие деньги зарабатываются только интеллектуально и только с помощью математики. Далее, что я сделала? Я вот 18-го потом зарегистрировалась до 4 месяца и 4 числа получила 80 тысяч рублей. Потом мне действительно это неинтересно уже стало крутиться. То есть что есть такая возможность? Я всегда говорю, что вышестоящие спонсоры очень выгодно помогать приглашенным людям, то есть их лидерам и помогать всей структуре. Поэтому что сделала? Вот я 18 числа вступила уже в 4 цикл и перестала здесь крутиться. Людей достаточно много, поэтому люди, которые сейчас естественным путем заходят вот сюда в трехместке, мы что делаем? Мы друг другу помогаем. То есть я уже ставлю что? Я уже ставлю людей под людей для того, чтобы помощь. Итак, смотрите, что мне хочется показать. Вот каждый раз, когда люди делают такие ошибки, всегда сбрасывают реферальные системы, инвестиционные системы, там неважно какую систему. Я всегда всем говорю, вот если невозможно просчитать проект математическим способом. То есть 2 плюс 2 будет 4, а никак не 8, не 10. И еще такой момент. Смотрите, вот почему я говорю, за такой короткий период можно получить большую сумму денег. Обоснуй. Вообще в матрице существует всего лишь 3 человека, командных 6, понятно. 3, я и 2 моих личника. Вот когда я вошла в систему, сразу меняйте, пожалуйста, сознание. Если я хочу за короткий период зарабатывать и постоянно получать деньги,
Не только ежедневные, но и в накопительной программе. У каждого есть такой шанс. 40 тысяч рублей, да? 40 тысяч рублей, что постоянно имеет постоянный доход. Когда я встала в систему на два места, например, да, ну неважно, это пусть будет даже накопительная программа, что я делаю? Моя задача первая, не более двух дней я себе позволяю для того, чтобы найти людей на планете Земля, которые также хотят за короткий промежуток по времени получить или получать большие деньги. Можно, еще раз повторяюсь, можно на любом этапе войти, можно войти естественным путем. Так вот, если бы даже изначально люди входили по два места, вот они, раз личник и два личника, и те бы тоже взяли каждый по два человека, то вот здесь за 9 дней можно полностью пройти три матрички. На одну матричку вам на троих должно уходить не более 3 дня. Дальше это получается через 28 дней. В Сильвер здесь я отметила 2 дня. То есть перешел сам, помоги, пожалуйста, перейти твоим личникам. И еще хочу обратить внимание. Помните, когда я вам говорила, что здесь очень выгодно работать в глубину? И если у кого-то только 2 личника, а есть люди, у которых 22, 42 лично приглашенных, куда их вставить? Куда ставить людей? Естественно, ставишь помощь под своих людей. Итак, хочу подвести такое резюме. Смотрите, на самом деле вот у нас у каждых партнеров, да, программ проекта LX Life Company, все девочки, мальчики делают скрины и сбрасывают очень много чатов, сбрасывают свои результаты в чат. Хочу подвести итоги. Проект долгосрочный. Как минимум, пока мы с вами будем работать на рынке до 2023 года. Проект очень интеллектуальный, который имеет, я уже могу такое говорить, да, 3 вида дохода. Третий дописывается. Проект, который будет переноситься на российский рынок. В проекте, в котором есть и юристы, и правоведы, и уникальные товары, где есть сотни тысяч клинических испытаний. Рынок услуг и товара будет расширяться. То есть с товаром будет как минимум на 3 года компания будет подписывать договор. Далее. Еще не было нигде такое, чтобы не было автоматики. Здесь нет ни админов, ни переливов, ни автоматических реинвестов, ни обгонов. Здесь деньги, самое главное, вывод, выводятся на любую платежную систему. Поэтому здесь можно, самое основное, математически просчитать и решить любые проблемы. Повторяю, любые проблемы. Здесь можно заработать те деньги, которые вам необходимы. За столь короткий период. Кто-то за 3 дня зарабатывает, кто-то за 6 дней зарабатывает, кто-то за 7 дней зарабатывает, кто-то за 2 недели зарабатывает, кто-то за 20 дней более 500 тысяч зарабатывает, полумиллиона. А так можно получать очень быстро. Вообще, если честно говоря, в накопительной программе, вот со скоростью, как я передвигалась, можно было получить за 24 дня 1 900 000 рублей. Хотите сказать, сколько вы получили? Вы знаете, это я на брифингах всегда показываю. Сумма значительно превысила то, что вы там на 1 900 000. Значительно превысила. Вебинары сейчас не буду показывать, на брифингах я это показываю каждому человеку. И спасибо всем большое. Так, останавливаю демонстрацию экрана. Что сегодня присутствовали, уделили здесь время. Милости просим в проект. Ничего страшного здесь нет. Любая система просчитывается. У нас вебинары и школы проводятся ежедневно. У нас есть те люди, которые обучают системе, как нужно работать, как нужно приглашать, на что нужно уделять внимание. Как сделать так, чтобы человек никогда не потерял, это очень важно. Как человек сделать так, чтобы он не потерял ни копеечка? Вы знаете, при системе то, на 4 места в ежедневной программе, никогда в жизни, даже если вы очень захотите, ни копеечки не потеряете. Но если очень даже захотите, никогда здесь деньги невозможно потерять. Всем большое спасибо, милости просим. Любому человеку рады помочь. И любому человеку, естественно же, просчитаем. До свидания.